Вот какая интересная вещь. Когда я была в положении, я пошла в церковь, Николу в Хамовников, стояла, молилась перед иконой Божией Матери без всяких проблем. То есть мне даже в голову не пришло, что я сюда приперлась, кто меня сюда пустил. Угу. Это было само собой разумеющееся. Удивительная, да, какая вещь. Потом я ходила, курила, упивала себе со всеми вместе, носила крест и считала, что так и надо.